Ивангай Ухай с вами. Не, нихуя не Ивангай. Наебал. Итак, с вами Логи у нас. Суть в чем? В том, что мне из Китая пришли диодные фонари, или как их там правильно назвать, я не знаю. Вот. Ну, как-то так. Сейчас попробуем открыть все это дело, посмотреть, что там внутри. И, собственно, заинсталим. Это такая вот хуйня, кстати, мне тоже пришла из Китая. Бонусом, подарочком, не знаю, что-то типа того. Ножичек, короче, ножик, кредитная карта, блять, как это называется, хуйня-то. Вот сюда, вот так, вот раз, вот так. Потом, что надо сделать, потом делаем, нет, это в ту сторону, а, это вот сюда, нет, где-то сюда. Вот так, да, вот это сюда, а, вот сначала вот так, а потом вот так вот. Оп, все, получается ножичек у нас такой, бац-бац. Но сразу скажу, он не острый. Можно резать пальцы, в принципе. Он не режет пальцы. Видите? Никаких там срезаний ногтя тоже и не пахнет. Ладно, обзор не на него. Погнали вскрывать. Ну, даже вот, даже не режет особо вот эту вот херобору. Кстати, разваливается что-то. Что-то разваливается. Так. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Так. Вот так. Это итого. Что мы имеем? Открывайся давай. Во, пошло, моча, попробуем. Все, ништяк. Открыли вот эту хуйню. У нас получилось две коробочки, скрепленных скотчем. Ну, сейчас посмотрим, что это такое. Пом-пом-пом. Собственно, этот ножик годится для открывания скотча только. Так. А, он тут открывается. Опять же нужен ножик. Оп. Нет. Или вот этот. Во. Все, разобрались. Открываем. И что мы тут видим? Это мусор. Все в мусор. Итого у нас есть крепление. Ну, в принципе нормально. Сделано добротно. Не гнется даже. Я так думаю, что оно достаточно крепко будет держаться. Так, это, я так понял, к фаре куда-то крепится там. Кстати, вот эта штука тоже железная, реально, алюминий или что-то типа того. Я так понял, вот это прикручивается к машине, это прикручивается сюда, вот этим болтом. Так, вот так. Вот, а на эту штуку сверху прикручивается фара. Чем она прикручивается? Наверное, на ней есть какое-то крепление, сейчас посмотрим, потому что это ничего себе не подходит. Вот, и, собственно, ты можешь регулировать, как захочешь. Ну, за 2000 рублей, в принципе... Сделано добротно, сделано из стали, и окей, претензий нету, отлично. Теперь сама фара. Ебать, она тяжелая. Бля, пацаны, она железная. Я не знаю. Поняли, да? Она реально железная. Охуеть. Слушай, ну я примерно такую видел. Ну... В Москве 1000 за 6. Одна. Так, а, вот эта хуйня как вставляется. Она как-то сюда вот так вот вставляется. И притягивается, что ли? Да, вот она сюда вставляется, притягивается болтом. Только болт... Где? Где болт? Ну, этот как бы, это явно не сюда. Вот вообще никак. Все, а здесь больше нету. Тоненький должен быть, но тоненького нету. Толстый.
Может как-то вот, блядь, с этой хуйней. Нет, вроде. Там обычная резьба. Короче, походу не положили что-то. Китайцы, хули, блядь. Так, ладно, давайте посмотрим второй. Может быть там положили. Просто если они не положили, ну это жопа, короче, придумывать придется опять. Так, здесь видим, что 10 ватт, yellow, green, spot. Spot это вроде как дальний. А здесь 10 ватт, green, spot. 10 ватт, green, spot. То же самое, в принципе. Ну, это хорошо. Потому что заказывали мы именно такие. Вот, вот, видите, здесь вот болтик тоненький есть. Вот этот маленький. Вот, вот он, вот он. Это вот болтик и есть для крепления. Но, блядь, почему его нету в этом комплекте? Я хуй его знает. Вот тут где-то. Вроде нет ничего. Ну, ладно, не суть. Нет, он никуда не делся точно. Чтобы не было потом вопросов, чтобы я тебя проебал, вот поесть. Грешу на китайцев. Такого нету. То есть нигде его нету. Ну и ладно, пустим. Так, что нам теперь надо сделать с этой фарой? Здесь есть черный и красный провода. Бля, ну я хуй его знает. На самом деле я в душе не ебу. Насколько я помню, черный это минус, красный это плюс. У меня есть такая хуйня 12-вольтовая. Называется прикуриватель. Сейчас я вам покажу его. Вот она. Такая херобора. Бац. И здесь есть клемма. Он вроде как заряжен. Поэтому сейчас я подключу к фаре, попробую подключить точнее. И посмотрим, что из этого выйдет. Так, красненький. Я эту хуйню включу. Показать, что он работает. Берем красненький и зажимаем. Зажимаем сюда. Бац, вроде держится. Все, ништяк. И теперь берем черненький. Ну, кстати, все просто. Красный к красному, черный к черному. По-моему, проще не может быть. Оп. Ну, что-то не горит. А, его включить, наверное, надо. Оп. Так. Все. Ах, ты ж ебаный спам. Она загорелась, она работает. Но вопрос в том, как бы, насколько заебись она работает. Ну, я не знаю, как вам объяснить. Сейчас попробуем выключить свет в комнате. Ну, вот смотрите, если сравнивать с дополнительной подсветкой, которая диодная, вот это вот там хуё-моё стоит 500 рублей, все, ну, тоже в Китае, как бы, да. Вот смотрите, она светит, как бы, да, светит сюда. Мы выключаем ее. И ничего не меняется. Включаем, выключаем. Блять, смысл теряется. Вот это реально хуйня светит. Она, кстати, греется. Она, кстати, нормально так греется. Так, выключаем нашу подсветочку. И включаем 12 вольт. Так, получаем вот такую картинку. Аж все рябит. Жесть какая. Так. Посмотрим, ну, судя, блин, меня же глаза бьет. Так, открываем окошко и посмотрим, как они будут светить вдаль туда. Вот так вот. Так, убираем. Смотрите. То есть здесь вообще засвечивается вот дерево. Дерево освещает асфальт, машины, вот видите. Все, в принципе, нормально освещает. То есть вот прям вот на дом можно. Ну то есть для туманки за 1000 рублей. Ну вот это вот тут сейчас светит где-то метров 15, наверное. Может даже 20. В принципе, нормально еще. Зиму светит. Это одна. А если две взять? Ну, две, естественно. Логично, что дальше будет светить. Так, вот видите, все балконы, все освещается, дорога. Прям
Прям то, что нужно. За 2000 рублей две туманки. А мне так идеально. Это все. Ну, попробовать посветить в камеру, это, по-моему, дичь. Если в глаз попадаешь, то жесть, короче, получается. Ну, все, как-то так. В следующий раз попробуем их поставить на тачку. Посмотрим, что из этого получится. Всем пока!